21 августа в оздоровительном лагере «Березка» состоялось открытие профильной смены ГИБДД «Главная дорога безопасности». Ее участниками стали 300 школьников в возрасте от 7 до 17 лет из отрядов юных инспекторов движения бюджетных учебных заведений области и города, а также ребята, желающие повысить свои знания по правилам дорожного движения. В гости к школьникам пришли первый заместитель министра спорта Иван Колесник, сотрудники ОГИБДД МВД России по области и городу Омску. Я желаю вам отлично провести время. Я знаю, что приготовлено для вас очень много сюрпризов. Это профильная смена уже вторая. В прошлом году мы тоже делали совместно с городским отделом ГИБДД профильную смену. Было очень классно, все были очень довольны. Было много сюрпризов для всех участников этого проекта. Наш отряд! Главное управление дорожной безопасности! В ходе торжественной линейки ребята представили названия отрядов и их девизы, вожатые исполнили патриотическую композицию, а затем был торжественно поднят флаг смены. Тут классные вожатые, хорошие ребята, я познакомился. Я приехал сюда с другом, нам тут тоже хорошо. Я познакомились тоже с другими ребятами. Школа скоро начнется, чтобы хорошо знать все правила. Мы же и ездить надо в школу, и переходить, допустим, дорогу там. Все эти правила знать надо. Ребята в интересной форме получают много полезных знаний и навыков. Как по правилам дорожного движения, так и по другим темам. К нам приезжает очень много гостей из различных ведомств и структур. Также это все преподносят весело, можно так сказать. Да? Дети могут посмотреть на технику, сотрудников госавтоинспекции, патрульные автомобили, посидеть, посигналить. Также проходит выставка ретро-автомобилей, приезжают к нам различные ведомства, даже ракетные войска, ОМОН, кинологическая служба, конная полиция. То есть на все это могут дети посмотреть, да, это все рассказывается, разъясняется, поучаствовать, потрогать, пощупать. Поэтому у детей остается положительное впечатление. Завершится профильная смена 29 августа.